Всех приветствую на канале Ярославский огород. Тема ролика: как улучшить аромат листа Virginia Gold в домашних условиях. На дворе 30 августа. Мой высушенный лист табака трое суток пролежал в обычном полиэтиленовом пакете. Сегодня проверил состояние листа и был приятно удивлен, что легкий аромат, который буквально трое суток назад, ссылка на ролик в правом верхнем углу, значительно улучшился. Думаю, подержать листочки еще месяц в таком состоянии и проследить за изменениями. Подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик. Всем пока и удачи!